Всех приветствую на канале. Порвались у меня подушки на двигателе. Это левая и задняя подушка. И, соответственно, вибрации передаются на кузов. Особенно если скорость за сотню переваливает. Там вообще вибрация очень сильная. Когда вы едете и мотор в натяг, и резко отпускаете газ, у вас получается рывок на двигателе. И получается как раз именно эти стуки. То есть, если дроссельной заслонкой вот так вот поиграть, так скажем, то у вас сразу же будут стуки. Если сильно разбиты подушки, конечно, соответственно. Не стал я покупать новые, взял оригинальные в рабочем состоянии с разобранной машины. Также у меня гудит правый ступичный подшипник 110 иду. Даю газу, вроде она прекращается, отпускаю, и снова начинается вибрация. Вот как-то так, в общем. Левая подушка. Смотрите, как она ходит. Задняя подушка двигателя порвана. Смотрим, какая вибрация на двигателе при заводке. Пришли мне подушки. Взял я их бэушные, но в хорошем состоянии. Это вот правая подушка, задняя и левая подушка. Левую я подкрасил слегка, потому что здесь ржавчина была. Ну, это в принципе пустяк. Теперь она вот так вот выглядит. Все подушки полностью исправные, оригинальные, самое главное. Здесь все в плачевном состоянии. И с другой стороны вон хорошо видно щели. Ну а сейчас заведем, послушайте сейчас как, и потом будем менять уже с левой стороны. Вибрация осталась, только слышно уже, что она чисто с левой стороны. Поэтому сейчас меняем левую подушку. Для этого придется снять аккумулятор. Скорее всего, чек у меня после этого пропадет. Не знаю, посмотрим. Хотелось бы, чтобы он остался. Все же я планирую подключиться. Но как уж получится. Поэтому приступаем к замене левой подушки. Что-то я никак не могу отключить эту сигнализацию. Не пойму, первый раз такое вообще. Подключил вот таким образом, чтобы сигнализация не орала. Кто знает, напишите в комментарии, почему так получается. Я первый раз с этим столкнулся. Thank you.
видите, она полностью оторвалась тоже. Основная вибрация пропала. Немножко слышно сейчас с правой стороны. Совсем чуть-чуть вот здесь вибрация есть на этой подушке. Поэтому сейчас я ее тоже поменяю. Потому что эти две были раздолбаны слишком сильно. И это может быть уже тоже пошла. Подставил домкрат. Подушка тоже уставшая, видите, с краев вот с этих. Все, ребята, вибрации нет. Ставьте лайк, кому понравилось. Все нормально. Ничего не стучит. Сами слышите, наверное. Все хорошо. Двигатель не вибрирует. Опорные подшипники нормально отрабатывают. Все отлично. Вот и все на сегодня. Такой был ремонт. Ну а я прощаюсь с вами. До новых встреч на канале. С вами, как всегда, Евгений.